Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами Локи и Бочка Эля. Всем привет. И мы штурмуем корабль пришельцев в Aliens. Это конец, уже почти да. Конец. Конец близок. Кого они вообще стреляют? Там турели, блядь. Так а куда нам? Я буду обходить и пытаться отключить турели. А, это турель. Ого. Я отключил одну. Зенитки. Ты куда пошел-то? Отключил там одну. И куда ты побежал? Ты куда побежал-то? Так к тебе бегу. Ебать, ее надо было разварить, что ли? Опачки какой. О, да. О, чё да. Для меня? Огнемет. Да ну нахер. А мне нравится на ближнюю дистанцию самое то. Особенно этих ублюдков жарить. Вот смотри, что они творят с космонавтами. Таких не берут в космонавты. Ну да, уж таких точно не возьмут. Хорош, блять, оборачиваться вперед, бежим и все. Да там чувак говорил, что ему тяжело дышать. Сам. Ой, яйцо. О, мать твою. Смотри, там какая-то клешня рабочая. Ползают, ползают, я вижу их. Яйца надо давить. Гашу их. О, дымочка. Говорят, датчик светится как елка. Угу. Я тут яйца выжигаю, хожу. Нормально, так сказал, ну конечно. Вам, по-моему, наверх. Да я вон тут вижу уже. Лезут. Я звание получил. Угу. Да что такое у меня насморк? С огнемета нормально их выносить. Кто-то гранату кинул. Я шмальнул. Ага. Все, огнемет закончился. О, как бы нам попасть? Да. Так, там кто-то дышит. А, это эта клешня работает. Так, вроде правильно. Вот твою мать. Возьму, пожалуй, дробовик на ближнюю дистанцию. Патроны, прикрой! Так, я не пойму, куда он... А, увижу. Да, я не пойму, я сейчас сдохну. Я просто. за ними. Че вы яйца-то не убиваете? Нахрена? Ну мало ли. А из них эти вылупляются, блин. Которые в голову прыгают. Там нигде аптечек нет. Запитать лифт. Найди рубильник. Давай. Пошли искать рубильник. Да, видимо, тут. Там кто-то под нами ползал, я видел. Ах ты, скотина. Да чтоб тебя! Такие блин. Помогай ты, ёб твою мать. Я режу уже. Режет он, я чуть не сдох. Такие брызги, как бобы какие-то взлетают. Жизни нихуя нет. Ты все вперед, вперед, меня убьют, а он там режет. Все, давай, я уже готов. Заходи в лифт. Да я уже в лифте. Запускай шарманку, я портанусь. Да бежишь. Да. У самого жизни-то нихуя нет. Где ты? Да рядом стою, чуть переживаешь. Думаю, я там остался. Ну да. Экран что? Весь красный. Ну такая же херня. Потому что надо сначала убивать их, а не бегать, резать. Да похеру. О, чё мы встали? Да я уже вышел, чего вы там встали.
И опять, слушай, то же самое, что в прошлой серии было. Это Рейдер 65. Дырка. Да. Контакт с королевой. Иду в атаку. Анальная. Сос, сос. Зенитки ведут по нам бешеный огонь. Идти на сближение с королевой не вон там выхода. Ай. Идти на сближение не могу. Кто-нибудь ют. Эти пушки. Поддержите нас огнем. Поддержите их огнем. Опять ты своей жопой мне весь всю дорогу я прохожу. Перегораживаешь. Ай, блин. Убежал, убежал. Лежит. Двое впереди. Да и сзади тоже, я не знаю, как их вообще упустили. Ёпта, какое дерьмо на меня прыгнуло. Аптечка. О, прямо энергия пошла по телу. Да ты ее пробежал просто. Да я спешу закончить эту игру. Угу. Просто уже, ё-моё. Да ты хоть мне прицел не перегораживай. Спешу, блин. Убежал куда-то. А это что такое вообще? Да я хер знаю, что надо делать. А, слушай, это их ракетные установки. Нормально такие. Он стреляет еще как-то. Не, по-моему, это фигня. Так, ну каким-то. А, во-во-во, да они прям на полпути останавливаются туда, куда нам надо. Ой-ой-ой. Там где-то. Вон маленький головяшка. Я говорю, яйца надо уничтожать. Ну давай, ладно. Огнемет какой-то кривой. Жетончик. Бронь. Вижу, вижу. Только не говори, что в конце будет какое-то огромное говно, которое надо будет убить. Я его не могу поймать на этом фоне, он говно. Да. А... Меня тут... все блочат, меня это бесит. То ты, то этот придурок. Андрей, Андрей, не блочь, не блочь. Ага. Все, отлично, дверь. И ты, как обычно, первый. Да. Сейчас все соберет, никого впереди не увидит, сзади его там на чпок. А тут заперто. Все. О, вот, отперто. Изменилось как-то сразу цветность игры. Да. Ну что такое? Ну ты что, не знаешь эти двери, что ли? Опять? Да ёпта! Чё-то проходи! Что-то у них... О, бля. Все родили. О, гранатой вход. Я даже не понимаю, они взрываются вообще или так пукают? Да, такой очень как будто ты с хлопушки стреляешь. Как бы прилипали. О, нормально подорвался парень. Сука, отскочил. Готов. А как менять оружие? Ну, 1, 2, 3. Нет, а вот то, которое... На Б. Точно. И прямо в щи ему прописал. Нет, тактический дробовик. А надо как-то эту пушку отключить. О, все, ништяк. Вот, твою мать, а. Я всю игру прошел с одним и тем же. О, блять. Да твою мать, а. А ну иди нахер от меня. А че ты тут срулил кто-то от нас? Да ты, может, поможешь мне? А где ты? Срулил, да уже тут. Такое ощущение, как будто ты вообще не видишь. Да я и не... Как будто по своим делам ушел. Так, куда нам? А чё ты... Во-во-во-во, зенитка, а чё зенитки-то надо делать? Ага, понятно. Надо взять гранатомет. Нашел его? Где-то тут. Вот. С
сладенький. Ну давай, шмаляй, что ли. Вот это было круто. Да, красочное зрение. Зрелище. Да. Гранатомет надо взять. Ты его зря бросил. Да я не бросал. А черт. Чё-ка я сейчас, блядь. Ништяк, ты так их уработал. Все, я не могу его взять. Жми. Жми кнопку. Да я жму, а вы не бежите, блядь. Хрен снимет. Вот. Ой, третий. Одного чувака там забыли. Да ладно, опа. А, это... Это я подумал, опять это здорово. Да. Это просто тут... Броневик ездит. О, блин. Доездился. Какая-то херня, а не оружие. Стреляет короткими очередями, но... А мне нравится этот маленький автомат. Он стреляет со звуком прям вертолета какого-то. А как эту херню получил у этого Анила? А, так это, которую мы подбирали, такую не выбрать. Это только он у него... Да. Нет, наверное, тот, кто за него будет играть, я думаю. Да, ну, может быть. Так, ну, блядь, что-то, суки, не убивается. О, а что за дерьмо у меня стреляет? Как электричество. А, ну так это, да, импульс электрический. Готово. Куда нам надо-то? Прямо, все правильно идешь. Там у нас еще двое. Вниз. О, граната. Ёпт, это наша, я стреляю по нему. Не, эти там он вдалеке. У меня до тут гранаты не долетают. Ага. Дробовик есть? Так, подожди-ка, ну да. Дополнительная. Зенитка есть, а я не вижу этой. Сейчас найду. Я думаю, где-то вот в этой комнате должно быть. Где мне найти эту херню? Где-то там сказали, что там целый арсенал. В комнате вроде тут лажу, но тут ни хрена. Ёпта. Сзади него стреляет, блин. А это свой. Ага, вот. Нашел? Да. Показывает. А это свой, мудак. Не, вон, я нашел. Возьмешь? Да я взял уже. Давай, да. Оно, оно. Кстати, я тоже могу взять. Та с трех, это с четырех. Следующий с пяти будет. Да ты че, издеваешься над нами? Держитесь там. Мы идем. А где вы? Я иду вперед с гранатометом в руках. Я тоже, но... Вижу. У меня один патрон. У гранатомета? Ага. Чу. Попал. Отлично, один патрон. Блять, а на чем вы проехали-то туда? Чего? Как вы попали? Ага, вижу все. Не, нихуя не... А. Ты чё там, заблудился, что ли? Там ну, типа, всё нашёл. А, нашёл. Бля, сопли заебали.
Да, сейчас такая погода. О, отлично, портанул. А, твою мать. Чё, куда шмалять? Я с говном. Нужно гранатомета шмальнуть? Нужно, нужно. Кому? Что кому? В кого? Ну вон этот-то. Впереди. Шмаляет. Передай. Я один раз в нее попал. Не попал, кажется. Если собираетесь взорвать зенитку, то можно не тянуть. У меня уже вся аварийная система сработала. Да я... Поднимешь? Кого? Меня. Я просто думал, через прутья тоже можно прострелить. Не вышло. Ну ладно, пошли вперед. Я думаю, где-то надо это говна подобрать нам, зенитка. Да. Так, тут турель еще. Вон они. Да. Какие-то подлаги бывают еще иногда. Вообще адские, да. Непонятно на чем, правда. Когда я заметил, когда мы с тобой... Когда твоя жопа блокирует меня? Да, или твоя жопа блокирует меня. Ну, что-то наподобие такого. О, ёпта, их здесь много. Гранаты им туда. Да, накидал, блядь. О, заебись. Так, у меня с жизнями проблема. Отходи, кто-то... отходи. Ну, кто-то кинул, блядь, прям под ноги. Не знаешь? Я кто? Кто такой? Мы все прослушали, что не сказали. Так, мне надо. Окей, прикрывайте меня, я пошел. Вон она, я вижу ее. Бери, тоже. Я какого-то хера огнемет взял. Ну вроде все. Пиздать ее. Че, электромен? Вот. Ох! Нормально. Смотри, ты... я его так поджег, да просто... Да это я его просто с зенитки шлепнул. Чё врёшь-то? Серьезно, серьезно, на записи посмотришь. Да я его убил. Ну ладно. С огнемета я его поджарил. Я вам такой... своих кину. Ох, по кораблю шмальнули. Это я. Это же наш корабль. Ну и что? Сейчас не улетим, ты хочешь остаться? Ну, я хочу играть в эту игру вечно. Ну все, давай. Оп. И что? И что? Поднимай патроны. И вперед. Как попасть-то в корабль? Ты не попал, все, ты остаешься здесь. Бля, ну. Вот, кстати, у этого дробаша тактического, у него хорошая скорострельность. Да, мне с огнемета нравится их барбекю делать. Ух ты, ё-моё. Кому стреляете-то? Да вон они. Шашлычок будешь? Нет, мне кто-то жопу подпалил. Сверху. Пошли нахер от меня. Ты чё? Ну, на тебе, на. А я так немного по-крысиному вперед удрапал. Нормально, нормально. Нам главное добежать быстрее и портануться. О, бля. Тут что-то замеса. А вон лежачий. А что за дерьмо? Кто-то плюется все у меня. О, боже, давай да, закончим уже. Я не могу. Ну, я дошел до выживших. Что с ними делать? Добивать, ёпта. Дакс. А в кого они стреляют? Ага, вижу. Да вон бегут. Это было не очень хорошо. Кто гранату кинул у меня? Да я с под стол. Вот твою мать, опять жирный. Дробовик бери. Взял. Ой, этот еще больше. Ой, чувака схавал. Не-не-не, тут какая-то хуйня другая. Выжить боюсь с королевой.
То есть не убить ее. Давай здесь в ящичке. Давай, давай. Сейчас пока колу попью. Пускай эти ублюдки разбираются. Отходи, идиот. Чё там? Да чё там, чё там? Сейчас тебя за анал схватит. Ага, и она сюда не пролезет. Ага. Ой, её можно побить. Можно побить, ага. Сейчас... Заходи, заходи, интересно. Да я-то стоял здесь, когда ты колу... Бля, бей. Слушай, она сюда не может попасть. Она похожа на какого-то динозавра. Т-рекс. Ну чё, говно, иди сюда. Чё, не можешь сюда зайти, да? Давай, давай, давай. Ракеты пошли, твою мать. Я хочу это видеть. Я тоже. Смотри, 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 как он сейчас. Начать преследование. А куда? Ну пошли вроде нам туда. Да. Какая умная сука, а? И тут опять эти ублюдки. Отходи. Я уж все, блядь. Фу, мрази. Ух ты! Говна до хера. Отходи, отходи туда. Блять, патронов вообще нету патронов. Сейчас в рукопашку пойду. Так автоматы переключай. Автоматов-то там дофига. Сзади, сзади, смотри аккуратно. Я тут чуваку помогаю. Чё стоим-то, пошли. Всё, выбрал. Чё, чё, смотри, смотри. Чё? Блядь, он с ногой. Нога отвалилась, он поднялся, у него вместо пистолета нога была. Этого ксеноморфа. Вон, тебе не нужны там? А, ну. Да уж, я полный. Да я взял на двоих. Чё, меня телепортирует? А, ты уже убежал, потому что... Тебя портануло? Ну, в том же месте, где и был, причем. Нормуль. Смотри в оба, а то сейчас выползет этот тварь. Так, ну вроде здесь. О, бегут. Здорово, говняшки. Ух ты. Йоу. Тут серьезный бой у нас. Да, особенно у меня. Скотина, тварюга. Вот так вот, 10 очков набрал. Чё, всё? Угу. Соснули? Вот тут опять дверь открылась. Да пускай нахер тут. О! Нормально, в три дулы. Ой, я шаб... А, нихера их столько! Давай, прикрываем верхушки. Куда он убежал? Да тварь куда-то назад. Он хочет схавать Хиггса. Он хочет схавать меня. На, блядь. В три дула. Ублюдка. Готово все. Что, вперед? Давай, погнали. Мы почти добрались. О-о-о. Ох, тут еще и солдаты. А это свои. Не, нихера не свои. Мы на перегонки должны. Куда этот ублюдок побежал? Догоняй его. Да, он за солдатом, хрен. Так этот солдат не наш. Ну, так он его, думаю, прикончит. Так, а что тут делать-то? Да солдатов валить, давай на гору уже иди. Бегу. Не вижу корабля. А ты не видишь, что вот это все большое, это и есть корабль? Да? Да, который вот улетает.
Это мы опоздали из-за тебя, потому что ты не бежал, блин. Ну, извините. Быстро в шлюпку, давай. Эпичность игры начинается в самом конце. Да, я... О, стоит. Ема, фак. Ёпты, бля, мы прошли. Да еще не вечер. Это предпоследняя глава была. Пока еще не придумала. Ага, пора бы уже и придумать. Мне кажется, последнее будет истребление на корабле. Они заблокируются, чтобы избежать разгерметизации. Что? Вот это план? У нас нет выбора. Нужно попасть на корабль, пока он не покинул атмосферу. Рид, действуй! Готово! Ракеты пошли! О, отлично. Умно. Умно. Ну что, прошли? Я думаю, да, дорогие друзья. Эпизод пройден. Я получил 14-е звание. Прикинь. Просто миллиметра до 15-го не хватило. 5 очков. Ну да. Ну что, дорогие зрители, в следующей серии вы увидите финал Эллиансов. Да. С вами были Локи и Бочка Эля. Всем всего хорошего. Счастливо.